Нарушителям закона с мая этого года избежать наказания стало сложнее. Неоплаченный штраф, направленный судебными приставами в мировой суд, может с легкостью обернуться обязательными работами на срок до 50 часов. Житель АллатРя уже приступил к исполнению своего административного наказания. Вот косили, вот площадку вот эту косили. Сегодня сучки обрубали. То есть пока вы занимаетесь на, получается, ну, да, благоустройство данного парка? Благоустройство города. А чем бы вы хотели бы заниматься вообще? Вот, только здесь. Нарушители не в первый раз направляют благоустраивать улицы родного города, но впервые по инициативе судебных приставов. Работа на свежем воздухе ему нравится, к тому же он здесь на хорошем счету. Во-первых, он хочет работать. Вот. Насколько я знаю, у него растет дочь. И довольно-таки он, когда зарплату получает, всегда подарки покупает и к ней уходит. Хочет человек работать. С начала 2013 года в Чувашии оформлено 23 исполнительных листа, 15 дел окончено. По 8 исполнительным листам жителям республики еще предстоит отработать долг. Среди районов Чувашии лидируют Яльчики, среди городов АллатРь и Новочебоксарск. Двери у нас для всех открыты. Ну, конечно, бы хотелось, чтобы нормальные люди приходили. Вот. Ну, такое предприятие. Специфика своя. И зимой, и летом, и весной, и осенью все время на улице тяжелая работа.